Здесь, в лагере «Юнармеец», проходит открытие первой летней смены. Сюда приехало более 300 мальчишек и девчонок. Церемония открытия первой летней смены прошла на плацу. Здесь построились и те, кто будет отдыхать в одном из лучших в Московской области оздоровительно-образовательном центре впервые, и ребята, которые уже бывали здесь неоднократно. Очень многие из них стремятся чуть ли не каждое лето проводить в «Юнармеец». Я считаю, этот лагерь самый лучший. Мне много раз предлагали в другие лагеря, и я отказывалась, потому что здесь необыкновенные друзья, с которыми... Такие впечатления, что остаются просто все дальше и дальше. Ребята уже успели перезнакомиться, потому и первый праздник, а их здесь будет много. Открытие смены был головокружительный. Танцевали, резвились, смеялись, радовались так, что это было по-настоящему заразительно. И счастливым будешь ты! Мы будем стараться сделать максимально для детей, чтобы их отдых стал увлекательным, не был похож ни на какие предыдущие смены, потому что каждая смена отличается друг от друга. В этом году у нас очень много спортивного инвентаря, высококвалифицированные специалисты, студии, кружковая работа. И очень много приглашенных артистов и мероприятий. Детьми здесь будут заниматься более 50 профессионалов летнего отдыха. Самые главные сейчас для 7-14-летних мальчишек и девчонок – их вожатые. Они сейчас танцуют на плацу, наглядно подтверждая правила педагогики «делай как я». А вожатыми здесь работают, даже несмотря на их студенческий возраст, уже вне всякого сомнения педагоги. Для них, для студентов педагогических вузов и колледжей, работать в «Юнармейце» – большая честь. Во-первых, я хочу всех ребят поздравить с началом лета, да, ребят, которые приехали в лагерь «Юнармеец» особенно. Конечно, для нас это большая ответственность, для администрации. Мы очень много сделали для того, чтобы подготовить лагерь «Юнармеец», все лагеря на территории Щелковского муниципального района. Хочу констатировать тот факт, что мы полностью готовы к летней оздоровительной кампании. Детей перезнакомили между собой те, кто здесь и все вместе, и каждый персонально. Вожатые и воспитатели, организаторы кружков и всевозможных игр, разнообразных познавательных развлечений будут отвечать на протяжении целых 3 недель перед родителями за отданных им маленьких и уже не совсем теперь юноармейцев. Первая смена будет иметь гражданско-патриотическую направленность. А вообще сюда в лагерь дети и взрослые могут приезжать не только летом. Юноармеец работает круглогодично. И вот финальные минуты торжественной церемонии. В знак радости и объединяющего и детей, и взрослых чувства сопричастности к увлекательному путешествию в добрый и возвышающий мир прекрасного летнего праздника, созданного здесь в юноармейце, воздух взмыли сотни шаров. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».